и на выдохе. Натягиваем пальчиком ткани на кожу, на иглу, пустую несу. Выдернируем форму сразу. Здесь зашли высоко, потому что нам нужен красивый бантик. Дальше будем заходить чуть ниже. Ниже красненькой мы прокалываемся. И формируем сразу красивый плоский бантик. Препараты вводим совсем чуть-чуть. И совсем на слизистую его не выкладываем. Чуть отступаем и начинаем вводить филлер. Вот уже заметно, как приподнялась губка. Здесь тоже нужно немного подразвернуть с этой стороны. Как себя чувствуешь? Угу. Хорошо, умница. Угу. Совсем немножко. Сейчас все то же самое сделаем с другой стороной. Угу.